Начался учебный год, и наша съемочная группа побывала в школе «Самсон». Это уникальная школа. Ей присвоен статус Центра образования школы здоровья. Очень приятно, что московское правительство создает максимально благоприятные условия для работы инновационных школ. Приоритетными направлениями в работе школы являются здоровьесберегающие технологии, которые включают в себя контроль и обеспечение благоприятной среды пребывания детей в школе, обязательную ежегодную диспансеризацию и разработку индивидуального диетического меню для ребенка. От того, насколько хорошо сегодня мы обучим, воспитаем, привьем навыки культуры нашим детям, настолько благополучно будет завтрашний день нашего государства. За 20 лет работы школы под руководством Анны Бирабовой 40% выпускников окончили школу с медалями. Выпускники школы «Самсон» без труда поступают в ведущие московские и зарубежные вузы.